25 мая, РИА Новости. Жевательная резинка может принести пользу организму, в частности, способствовать похудению, если ее жевать во время ходьбы. К такому выводу пришли японские ученые из университета Васеда в Токио. Исследование под названием «Влияние жевательной резинки на физические и физиологические функции» было представлено в Австрии на конференции, посвященной борьбе с ожирением, и опубликовано в журнале «Orthopedic Physiotherapy». Специалисты изучили 46 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 69 лет. Их разделили на две группы. Представителям первой выделили по две подушечки жвачки, по 3 килокалории каждая, чтобы жевать во время движения в своем естественном темпе в течение 15 минут. Второй, контрольной группе вместо жвачки достался порошок, содержащий такие же ингредиенты. Обе группы шли в течение 15 минут после часа отдыха. В обоих случаях ученые измеряли частоту сердечных сокращений, как во время отдыха, так и во время движения, пройденное ими расстояние и расход энергии. Выяснилось, что у участников эксперимента из первой группы частота сердечных сокращений была в два раза выше, чем у представителей контрольной группы. Наиболее положительный эффект был зафиксирован у пожилых людей. Наше исследование показало, что жевание жвачки во время прогулки увеличивало дистанцию и расход энергии людей средних лет, в особенности у пожилых мужчин, утверждают авторы исследования. Они также подчеркивают, что, комбинируя упражнения и жевательную резинку, можно эффективно контролировать свой весовой. Ввиду методологических ограничений ученые не смогли посчитать точное количество жевательных движений. С их точки зрения, в дальнейших исследованиях необходимо будет учитывать этот фактор для более точного измерения показателей.